Добрый день, дорогие друзья! Я вас рад приветствовать первый раз в 2018 году. Хочу вас всех поздравить с замечательными праздниками, которые мы все с вами успешно провели, я надеюсь, и зарядились энергией во время отдыха и готовы провести еще один замечательный, шикарный, впечатляющий своими успехами год. Отметьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале качество связи. Если меня слышно прекрасно и видно хорошо, пожалуйста, десяточку. Если не так хорошо, то меньше баллы. Так, пока максимальные баллы. Всем привет, Евпатории, Новосибирску, Софии, Алматы, Москве, Киеву и всем-всем-всем городам, в которых вы сейчас находитесь. Спасибо, достаточно десяток. И мы с вами продолжаем. На самом деле год 2018 обещает быть очень жарким. Я об этом говорил уже в декабре. Мы понимали, что тот темп, который сейчас, темп роста, который сейчас есть в компании, он действительно завораживает, он впечатляет. И наверняка каждый из вас чувствует это по развитию своего бизнеса. Но наш вебинар как раз призван для того, чтобы мы поделились общими успехами и рассказали о том, что у нас происходит в области бизнеса в рамках всей компании. Начать я бы хотел традиционно с нашего соревнования, с нашего конкурса «Измени себя». Кто из вас участвует в этом конкурсе, напишите, пожалуйста. А мы с вами приступаем к презентации. И первые слайды, которые я хотел бы вам показать, это фото с преображением наших победителей летнего сезона. Вы помните, что мы представляли наших победителей. Это Дарине Арушанян из России. И вот буквально недавно к нам поступили уже фотографии с ее преображения. Дарине получила в качестве приза вместе с еще одним участником конкурса 1500, сертификат на 1500 евро с преображение с со стилистом. Вот, и вы видите, как это выглядит у нас. Я думаю, что Дарине получила максимальное удовольствие от участия в конкурсе. Еще один победитель, который у нас был в летнем сезоне, это победитель из Украины. Это Светлана Грынок, вы видите ее на экране. За ее шикарный результат она также получила приз в размере 1500 евро на шопинг со стилистом. Вот, и вы видите, как это выглядит уже. Это уже результаты. Вот, я думаю, что многие из вас действительно радовались за наших победителей. Но вы помните, что уже начиная с осеннего сезона призы будут иными. И в качестве приза будут путешествия. Поэтому наши победители осенних сезонов, которых вы видели уже на предыдущих вебинарах, вы видели их из информационных рассылок, вы знакомы с ними лично. Так вот, наши победители осеннего сезона, они будут путешествовать. И в дальнейших наших вебинарах вы сможете узнать о том, как это и увидеть, как эти путешествия проводят наши победители. Вот, у нас еще есть ряд новых подарков, подарочных наборов, которые будут получать наши новые участники следующих сезонов «Измени себя». Вы знаете, что сейчас проходит у нас, зимний сезон. Зимний сезон, который у нас заканчивается вместе с завершением зимы, то есть 28 февраля. У нас огромное количество участников зарегистрировано. И действительно есть уже на сегодняшний день, мы видели это замечательные результаты. И мы уверены, что сейчас это будет вот как раз эти ближайшие недели. У нас будут максимальные результаты и люди будут выходить на свои лучшие версии себя двигаться. И по итогам февраля мы подведем черту и определим победителей. Победители у нас поедут также в путешествие. Вот, поэтому следите внимательно за развитием конкурса. Вы знаете о том, что у нас появился Instagram-аккаунт. Называется он change.yourself.coral. Поэтому подписывайтесь на канал, там очень много новостей, много информации, много признания, много
историй личных, поэтому подписывайтесь, масса полезного и интересного вы, массу полезного и интересного вы сможете узнать благодаря инстаграм-аккаунту «Измени себя». Мы ведем работу над новым сайтом, скоро сайт преобразится, он уже будет соответствовать масштабу конкурса, а конкурс действительно у нас уже масштабный, это международный формат, очень много стран участвует, очень много различных городов и много языков. Поэтому на нашем новом сайте, я думаю, что вы найдете отражение масштабности нашего конкурса. И также обращаю ваше внимание, что можно готовиться уже к следующему сезону «Измени себя», который у нас наступит 1 марта, начнется, и он будет длиться до 31 мая включительно. Поэтому готовьтесь к конкурсу, готовьте своих друзей, своих знакомых, участвуйте в командах, это будет действительно, я уверен, что это будет самый масштабный конкурс, самый масштабный сезон, потому что растет компания, растет интерес к конкурсу, и я уверен, что количество участников будет максимальным, призы будут также интересными, поэтому призываю вас всех участвовать в соревновании «Измени себя». Это возможность получать дополнительно к своему результату, дополнительно к тому, что вы теряете вес, то вы становитесь красивее, качество вашей жизни улучшается. Дополнительно к этому вы можете получить еще приз от компании, при этом участие в конкурсе бесплатное для членов клуба, и у вас будет колоссальная поддержка от ваших коллег, от ваших друзей, и возможность получить признание на мероприятиях компании для тех, кто добьется максимальных результатов. Вы видите в чате ссылочку на регистрацию в конкурсе. Это сейчас у нас идет регистрация на конкурс зимний. Вот, регистрацию на весенний сезон мы откроем позднее. Итак, дорогие друзья, переходим к следующей теме. Следующая тема у нас — это наша бизнес-академия, которая действительно набирает обороты. У нас на сегодняшний день огромное количество участников бизнес-академии. То есть это те люди, которые, те члены клуба, которые хотят дополнительно к использованию нашего замечательного продукта еще и получать бизнес-образование, обучаться навыкам по развитию дистрибьюторства и дистрибьюторских навыков. Обучение также является у нас бесплатным. И мы открыли также инстаграм-аккаунт, на котором мы публикуем очень много разных новостей, посвященных нашему бизнес-обучению. И плюс мы публикуем очень много разных и запускаем новых конкурсов, на которых вы сможете отработать практически тот материал, которому вы обучались в бизнес-академии, Coral Business Academy. И также сможете получать призы. Вот последние конкурсы, которые уже были начаты по продвижению своего инстаграм-аккаунта, вот в рамках этой темы вы сможете получать призы вплоть до 150 условных единиц будет на приобретение продукции компании. Вот, и таких призов будет достаточно много. Вы видите конкурс первый, который мы запускали, это мой рабочий инстаграм. Конкурс начался с 10 января и будет длиться до завершения марта, до 31 марта. Мы будем измерять суммарное количество ваших новых членов клуба, которые к вам пришли благодаря использованию Instagram, рост количества Instagram-подписчиков, а также рост активности ваших подписчиков. Подробности конкурса вы сможете узнать на нашей страничке CBA_онлайн. Это страничка в Instagram. Вот. И также на этой страничке вы сможете ознакомиться и с другими конкурсами. Вы благодаря конкурсам сможете использовать на практике те навыки, которым вы обучались, и сравнить качество своего обучения и качество своих навыков, сравнить с коллегами по цеху. Это также важно. И в дальнейшем мы планируем запускать еще много конкурсов, которые будут также практической направленности. Поэтому следите внимательно за нашей страничкой в Instagram-аккаунте и присоединяйтесь к конкурсам, потому что те обучения, которые проводит компания, это все является на сегодняшний день трендом, и использование Instagram является одним из важных залогов успеха вашего бизнеса на сегодняшний день.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы запустили следующий конкурс. Это конкурс-марафон «Что интересно моей целевой аудитории». Он проходит у нас проходил с 22 по 26 января. Мы будем подводить итоги сейчас. А также у нас мини-конкурс, еще комплексное продуктовое предложение, которое проходит с 30 января по 2 февраля. В каждом конкурсе будут свои победители, свои герои, свои награды. Вот, мы делаем так, чтобы обучение для вас было мало того, чтобы полезным, еще и выгодным, чтобы вы могли получить призы. Напоминаю, что обучение для членов Coral Club является бесплатным, и наша бизнес-академия развивается дальше, и следующие темы, которые мы будем с вами изучать, это будет уже в феврале. Следующая тема – это Telegram. Это современный мессенджер. Мы будем рассказывать о том, как им пользоваться, как его использовать для развития вашего бизнеса. Мы будем проводить цикл вебинаров, включая тех лидеров, которые используют Telegram, успешно его используют. Они будут делиться с вами своим опытом. Поэтому будьте с нами, будьте вместе с Coral Business Academy. Вас ждет много всего интересного. После обучения Телеграму мы планируем и дальше развивать направления информационных технологий, использование их для развития бизнеса. Вот. Также мы параллельно добавляем новые обучающие видео. В частности, мы благодарим нашего золотого мастера Галину Целинскую, которая с нами поделилась своим видением концепции здоровья Coral Club. И это видео уже доступно для вас на нашем сайте Business Academy. Вы увидите ссылочку на слайде. Посмотреть вы сможете это первый шаг нашей бизнес-академии и вторая тема. Поэтому, посещая Coral Business Academy, вы сможете знакомиться с новыми обучающими методическими материалами. Итак, мы с вами движемся дальше. Еще одна тема, которую я хотел бы осветить, это наш масштабный проект 365 дней здоровья, который развивается, который уже запущен. Наверняка вы помните, что это такое. Это возможность разместить не текущий заказ, а возможность запланировать заказы на год вперед. И это возможность не только для вас, но и для ваших дистрибьюторов, для ваших клиентов, для ваших потребителей. Вы можете создавать шаблоны программ для того, чтобы работать не индивидуально, а работать массово, да, и те программы, которые повторяются, вы можете просто одной ссылочкой передавать их своему потребителю, и потребитель нажатием одной кнопки сможет себе создать план заказов на ближайший год. И уже есть люди, которые начали этим пользоваться, есть шикарные результаты, есть действительно много отзывов положительных по этому поводу, и ждем также, что большее количество людей сможет побыстрее разобраться с всеми прелестями этой программы. На самом деле мы видим за этим будущее. То есть потребители на сегодняшний день, для того, чтобы не держать в памяти тот день, когда им нужно совершить заказ, они могут это сделать один раз на год вперед, и затем в удобное время с ними свяжется менеджер компании Coral Club и напомнит им об их заказе, предложит им акции и так далее. То есть ваша задача — это пригласить человека в сообщество здоровых людей или сообщество тех людей, которые занимаются своим здоровьем на постоянной основе, объяснить значимость того, что здоровьем нужно заниматься постоянно, и лучше им заниматься постоянно по чуть-чуть, чем дожидаться, когда это станет проблемой. Вот. И проект 365 дней здоровья как раз направлен на то, чтобы облегчить процесс ежемесячных заказов продукции. Мы с вами идем дальше, и сейчас мы переходим с вами к, для меня это, наверное, самая любимая тема, это подведение итогов. И итоги я бы хотел подвести не просто месяца, как мы это делаем обычно, а итоги я бы хотел подвести целого года. И должен отметить, что 2017 год был годом для нас переломным. И вот этот перелом для нас наступил, наверное, в июле, причем это тот момент, которого мы очень давно ждали. Это тот момент, когда начался действительно впечатляющий рост нашей компании. Я сейчас с вами поговорю о цифрах. Значит, если мы возьмем 2016 год, у нас было за весь 2016 год было 14 новых мастеров в компании.
В этом же году было 6 новых серебряных мастеров, 4 новых дабл серебряных мастера и один золотой мастер. Итого было 25 всего новых ранга мастер и выше. 14 мастеров, 6 серебряных, 4 дабл, 1 золотой. Это было за весь 2016 год. В 2017 году, что же у нас происходит? В 2017 году у нас на фоне 14 человек в 16 было 31 новый мастер в 2017 году. То есть больше, чем в два раза количество новых мастеров. Серебряных мастеров 9, дабл серебряных 11, золотых 2 мастера. То есть мы видим, что рост компании в 2017 году действительно начинает набирать тот темп, к которому мы готовились. На самом деле этот рост не является чем-то внезапным и неожиданным. Мы готовили это вместе с нашими лидерами. Вот. И сейчас это действительно мы наблюдаем вот те результаты нашей работы совместной с вами. Это действительно большая гордость для нас видеть, что количество новых дистрибьюторов, которые к нам приходят, увеличилось больше, чем в два раза. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что наше бизнес-предложение на сегодняшний день является актуальным на рынке и больше, чем вы понимаете, да, что если в два раза, это не на 10, не на 15, не на 20%. То есть, мы за полгода, всего за полгода мы увеличили в два раза темп прихода новых дистрибьюторов. Это потрясающая статистика, она говорит о том, что рост в 2018 году, он уже заложен, то есть мы конец 2017 года, он заложил рост для 2018 года. И продолжая дальше эти наблюдения, мы можем предположить, что у нас, если 31 новый мастер был у нас в 2017 году, я с уверенностью могу сказать, что в 2018 году мы за полгода, первые полгода, уверен, что у нас будет такое же количество новых мастеров. Я даже готов вот из всех участников вебинара, если кто-то, у кого-то есть сомнения в этом вопросе, готов лично заключить пари на какой-нибудь наш самый любимый ваш продукт. Вот, я уверен, что у нас за первое полугодие 2018 года будет такое же количество новых мастеров, как и за предыдущий 2017 год. Поэтому даже если кто-то не в рамках вебинара отдельно мне в личку напишет, что вот есть сомнения, я с удовольствием с вами заключу это пари, вот, и с удовольствием выиграю его. Потому что я верю в то, что в ваших компаниях, в ваших организациях будет действительно впечатляющий рост. И мы сейчас по итогам декабря с вами будем радоваться за тех новых наших лидеров, которые присоединились к команде новых мастеров. И вы сейчас услышите и увидите даже наших героев декабря. Итак, начнем мы с новых мастеров по итогам декабря. И первый мастер, о котором бы хотелось рассказать, это у нас мастер из Украины. И это Наталья Швырина. Наталья — это человек, который своей энергией, своей улыбкой всегда не оставляет равнодушным никого, кто рядом находится. Наталья всегда передает свое вот это возвышенное эмоциональное состояние всем, кто рядом. И действительно, наверное, это не оставляет равнодушным команду Натальи, и за ней — это человек, за которым хочется идти. Я поздравляю Наталью, поздравляю наставников Натальи. Это Александр Завгородний, это Наталья Красии и все вышестоящие лидеры. Я поздравляю, Наталья, вас, это действительно большое достижение. Мы спешим услышать вашу историю. Я знаю, что путь был к мастерству тернистым для вас, и мне очень хочется, чтобы я присутствовал на мероприятии, где мы будем вас награждать. Наталья, поздравляю и желаю вам дальнейшего продвижения, успешного. Я уверен, что это только первая такая серьезная ступень, которую вы сейчас заняли. И дальше у вас еще будет очень много таких ступеней. Поздравляем Наталью, поздравляем Украину. Дальше мы переходим к не менее известной стране. Это страна Германия. И мы поздравляем Юлю Драт.
Юля – это человек, который также обладает сумасшедшей харизмой вместе со своим супругом Натанаэлем. Я уверен, что буквально несколько месяцев еще пройдет, и я также буду на своем вебинаре озвучивать и показывать этого человека. Семья Юли и Натанаэля – это действительно пример людей, которые за очень короткое время смогли достичь ранга мастер. Это люди, которые не просто развиваются, они развиваются в стране, где еще не так качественно представлены все сервисы наши, они помогают нашей компании становиться лучше. Юля, мы от своего имени, от лица руководства компании, от всех сотрудников, коллег, мы вас поздравляем и благодарим вас за весь ваш, за тот вклад, который вы привносите в компанию. Действительно, рост Юли и Натанаэля, он впечатляющий. Еще недавно на форуме мы могли с вами видеть, как живо, как ярко выступают эти люди. И, наверное, тогда уже было понятно, что вас в нашей компании ждет большое будущее. Поздравляю, желаю вам больших достижений. Дальше будет представлен также человек из очень известной страны. Это Израиль, это Алла Якушкина. Алла, действительно, Израиль долгое время молчал и было как-то вот не слышно, не видно. А теперь последние, вот, наверное, последние полгода мы видим, как много хорошей, положительной информации, как много успешных примеров идет из этой страны. Алла, спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за ваши достижения, за то, что вы являетесь примером для многих, кто находится рядом с вами. Спасибо всей команде израильской, которая очень дружная, очень слаженная. Мы радуемся всегда, когда видим ваши шарфики. Это всегда команда из Израиля приезжает вместе, слаженно, в одном порыве. Алла, поздравляем вас, ваших наставников, вашу всю команду, весь Израиль с этим замечательным достижением. А сейчас я хочу представить человека, которого мы с вами также видели на форуме. И, наверное, у этого человека не было столь долгого пути. Это очень быстрый путь был к рангу мастер. В большей степени даже, наверное, неосознанный. Но эта энергия этого человека, это Мария Лисовая из Санкт-Петербурга. Энергия этого человека, свет и, наверное, стремление сделать этот мир лучше – позволила Марии быстро выйти на уровень мастера. И я уверен, просто я знаю точно, что это только промежуточная ступень, и скоро будет значительно большие достижения. Мария сумела не просто дойти до ранга мастера, сумела организовать огромное движение, которое называется на сегодняшний день «Лисовая Тим», которые вместе, дружно помогают тысячам людей, уже это тысячи людей, проходить программы очистки. И вместе с наставником, это Людмила Мадзелевская, они создали очень удобную систему, при которой людям комфортно менять свое тело на более молодое, на более качественное, более стройное. Мария, не обладая, наверное, никаким дистрибьюторским опытом, и, может быть, даже в целях такого не было, имея перед собой цель сделать этот мир лучше, вот так быстро, изящно дошла до ранга мастер. Поздравляю, Мария, с этим достижением, а мы с вами движемся дальше. И дальше у нас закончились новые мастера по итогам декабря, и мы переходим к новым серебряным мастерам. Серебряные мастера – это те люди, которые под собой сумели еще вырастить еще одного мастера. И первый человек, о котором я буду говорить, это серебряный мастер из Украины под именем Александра Вильгельм. Это очень молодая, красивая девушка, которая уже в своем относительно юном возрасте имеет такие серьезные достижения, является обладателем Coral Мерседеса, является примером для большого количества молодых людей в Украине и за ее пределами. Александра, поздравляю, вы стали серебряным мастером. Это
У нас сомнений не было, это точно. Я даже знаю наверняка, что будет в ближайшие 2-3 года. Александру ждет огромное и прекрасное обеспеченное будущее в компании Coral Club. И на сегодняшний день вот я прошу тех, кто знает, написать, сколько Александре лет. Вот, и мы видим, что в компании Coral Club есть возможность реализоваться в любом возрасте, от самого юного до самого преклонного. Компания для всех. И спасибо, Александра, ваш пример действительно. 21 год, пишут мне наши коллеги. Спасибо большое. 21 год, серебряный мастер с Мерседесом. И что ждет в ближайшее время, наверное, мы будем вместе с другими коллегами радоваться и удивляться, и вдохновляться примером Александры. Спасибо еще раз. Ждем очередных событий для того, чтобы награждать Александру все новыми и новыми достижениями. Впечатляет рост команды молодежной нашей, но дальше мы с вами поговорим еще об одной уникальной девушке. Это Елена или Алина Глебок из Республики Беларусь. Беларусь в последнее время нас также прям вот каждый месяц мы, наблюдая за успехами этого государства, радуемся и радуемся в большей степени за всех тех новых людей, которые появляются благодаря активности таких лидеров, как Алина Глебок, наставников Алины, это Алексей и Татьяна Маховы. Уверен, что вы сейчас радуетесь за своих новых серебряных, за своего нового серебряного мастера. Это Александр Подпорин, Дмитрий Хижняк, это спонсорская вертикаль Алины. Мы понимаем, что Алина в своей жизни привыкла побеждать. Вы видите эту фотографию, мы выбрали буквально недавно. Алина получила награду «Мисс Мира» вот, за Республику Беларусь. И еще одна награда в коллекции у Алины, я думаю, что она будет достойным продолжением той коллекции наград, которую Алина сумела получить в течение своей жизни. И мы уверены, что в дальнейшем у Алины также есть огромный потенциал в нашей компании для развития. Мы видим, каким темпом развивается сейчас команда Алины. Мы понимаем, как развивается в целом команда в Беларуси, и уверены, что это только промежуточный этап. Поздравляем Алину, и мы движемся дальше. Дальше у нас еще один суперлидер нашей компании из Казахстана, и это Кансулу Ажигалиева. Кансулу для меня это человек особенный. Я особенно трепетное чувство испытываю к ней. Кансулу человек, который, когда выступает, она вообще никого равнодушным не оставляет никогда. И на сегодняшний день мы рады приветствовать Кансулу в ранге серебряного мастера. И на самом деле я удивился, когда оценил итоги декабря. Оказывается, Кансулу уже открыла следующий ранг, дабл серебряного мастера. Представляете, еще не успела получить награду в качестве серебряного мастера, а уже открыла ранг дабл серебряного мастера. Человек с открытым сердцем, с открытой душой, с большими целями, очень целеустремленная, мечтательная. И самое главное, что, глядя на Кансулу, действительно радуешься за нашу компанию, которая дает возможности человеку реализоваться, пусть и в небольшом городе. Консулу изначально из небольшого города, и на сегодняшний день это человек, действительно, который уже вошел уверенно в число лидеров компании Coral Club. И мы рады за Казахстан, за Консулу, за всю команду Консулу, за наставников. Это Сара Алпанова, это Сергей Зотов. Это все наставники Кансулу, это люди, которые находятся рядом с ней. Я уверен, что каждый из вас рад успеху Кансулу, потому что это человек, к которому действительно невозможно относиться вот просто как-то нейтрально или отрицательно. Это человек, к которому всегда будешь относиться с уважением, всегда будешь восхищаться и вдохновляться успехами. Кансулу, поздравляем вас с вашим заслуженным рангом серебряного мастера. Поздравляем весь Казахстан, и мы движемся дальше. И дальше у нас Светлана Гайда из Молдовы. Это дабл серебряный мастер. Это человек, который действительно серьезную лидерскую ступень сейчас занимает уже в компании.
компании. Это один мастер, еще если это может быть теоретически случайность, два мастера – это уже закономерность. Это значит, что есть уже навык по воспитанию новых мастеров. Две мастерских линии, причем серьезных линий. Вот. И это Светлана Гайда из Молдовы. Светлана, поздравляем вас, желаем вам дальнейшего продвижения. И мы движемся дальше. Дальше у нас еще один есть знаменитый в нашей компании дабл серебряный мастер. Это Россия, и это Елена Белозерова. Елена, поздравляем вас с следующей ступенью. Это действительно ваш путь к золотому мастеру, он уже на самом деле практически, вы этот путь прошли. Я уверен, что это скоро будет. Я думаю, что к форуму мы сможем вас уже видеть на сцене в качестве золотого мастера, чего мы вам желаем. Елена – это человек колоссальной энергии, это чувство юмора, это действительно это представительный, это человек, который действительно с гордостью представляет компанию Coral Club и несет имя компании очень высоко. Поздравляем, Елена, вас. И сегодня это на этом все, что я хотел сказать о мастерах серебряных и дабл серебряных мастерах. И у нас еще остался один человек. Один человек у нас еще остался, о котором я сейчас вам расскажу. Это у нас золотой мастер новый. У нас в компании еще один новый золотой мастер. Это вообще для нас это вот клуб, который особый клуб людей, которые достигли уже, наверное, того, о чем очень многие мечтают. Это уровень свободы, который предоставляется на уровне золотого мастера, которая есть возможность у людей на этих рангах. Она действительно заслуживает восхищения сотен тысяч людей, миллионов людей. Это пример для многих, и человек, который у нас по итогам декабря присоединяется к клубу золотых мастеров, это Сергей Зотов из России. Сергей, мы вас поздравляем. Сергей действительно достойный этого ранга. Это человек, который первым в компании получил Мерседес. Сергей – это человек, который всегда об развитии, всегда в позитиве, всегда в рабочем настроении, скажем так, всегда в активной фазе, человек, который заряжает энергией, человек, с которым всегда приятно общаться, человек высочайшего уровня лидерства, человек с колоссальной харизмой. Сергей, просто не могу передать, наверное, слов восхищения вами и гордости за то, что такие люди есть в команде Coral Club. Мы рады тому, что у нас в команде золотых мастеров прибавляется стабильно. Вот. Единственное, что у нас, вы помните, что на форуме 2017 года был разговор о том, что если у нас будет большое количество золотых мастеров, а в частности 15 новых золотых мастеров, то у нас будет танец от совета директоров специальный. Вот. Но пока у нас от форума к форуму 2 новых золотых мастера. Не знаю, насколько мы успеем, вы точнее успеете. Вот. Но, по крайней мере, Сергей свой вклад в этот танец сделал. На самом деле это шутка. Друзья, мы видим с вами, что происходит на сегодняшний день. Мы видим ту скорость, мы видим тот азарт, с которым наши дистрибьюторы развиваются, растут. Мы видим, что компания и предложение компании продуктовое и бизнес-предложение компании является востребованным. Мы находим отклик в обществе, причем это не общество отдельного города или отдельной страны, это общество в любой точке мира. Где бы мы ни были, где бы мы ни присутствовали, везде есть спрос на нашу продукцию, везде есть спрос на возможности бизнеса. Поэтому, друзья, обратите внимание на то, с какой скоростью сейчас, с каким вдохновением, с каким азартом наши лидеры развиваются. Это то дело, которое приносит колоссальное удовольствие, дает возможность для самореализации сотням тысяч людей. Я уверен, что то дело, которым мы занимаемся, оно будет востребовано, оно очень интересно людям, которые находятся вокруг вас. Поэтому рекомендую вам активнее, с большей гордостью делиться этой информацией, делиться информацией о компании. И я спешу
анонсировать, что 2018 год это будет годом великого роста компании Coral Club. Мы действительно планируем, мы давно к этому шли. Сейчас наша задача это вместе с вами в одной команде идти. У нас следующий вебинар пройдет 20 февраля, накануне мастерских каникул в Таиланде, которые у нас пройдут. И в Таиланде мы действительно финально обсудим нашу стратегию развития ближайшего. И действительно, тот форум, который у нас будет проходить в Москве в этом году, этот форум, на котором будет небывалое количество новых лидеров. Этот форум, на котором мы будем делиться с вами новостями, новыми инструментами, новыми технологиями. И этот форум, на котором я сам лично очень хочу побывать побыстрее. Хочется пропитаться этой атмосферой, этой энергией. Хочется принять участие вместе с вами в строительстве этой большой нашей классной компании. Я желаю вам удачи, желаю вам здоровья и увидимся с вами на ближайших вебинарах. Дорогие друзья, хорошего вам дня, вечера, ночи, в зависимости от того, у кого что. И до встречи. Всего вам доброго.